И всем, друзья, привет, с вами Скелет, и сегодня, ребята, мы посмотрим обзор на тесто Awakening. То есть на тесто V1 и на тесто V2. Посмотрим его дамаг, как это все вообще выглядит, ну и все о нем расскажу и узнаю все, что я знаю, ребята. Но перед началом видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, не забудьте про колокольчик, а также напиши комментарий, что ты думаешь по поводу фрукта теста. Ну или по поводу сегодняшнего видосика, ребята. Также заходи в мой дискорд сервер, там проходят конкурсы на робоксы, на фрукты, на много чего другого еще тоже проходят конкурсы. Также я там общаюсь с вами в чатике, ребята, в войсике. Ну и там у нас есть трейды и много чего другого интересного, ребята. Все заходите в дискорд сервер, ссылка есть в описании. Ну а я, ребята, приступаю к видосу. Если ты хочешь получить фрукт Blizzard, то тебе нужно поставить лайк на видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и зайти в мой дискорд сервер, ведь там будут итоги на фрукт, ребята. Итак, ребята, давайте сначала начнем с теста V1. То есть, что нам нужно сделать? Давайте сначала спустимся вот сюда вот. Да ё-моё, не могу никак сюда с первого раза спуститься. Так, берем сундучок и берем тесто V1. Так, тесто V1 у нас где находится? Так, ну все, ребята, снять, все снимем. Exit. Все, ребята, у нас тесто V1, по сути, должно быть сейчас. Так что погнали, проверим, как оно, ребята, дамажит, а потом я покажу, как дамажит тесто V2, ребята. Так, сейчас пойдем к моему подписчику, которому мы будем все это проверять. Вот и он, ребята. Он, кстати, с моего дискорд-сервера, так что все заходите на мой дискорд-сервер. Там же я набираю, ребята, подписчиков для видео, как я и говорил. Итак, давайте проверим первый. Это вот Зешка. Давайте проверяем, как он дамажит. Это вот такой вот красная рука, так она дувается. Ну и дамажим его. 1600 хп. 1600 хп снес, ну, нормально все-таки. Так, следующая способка, это, ребята, у нас на X. Это, ребята, у нас вот такая вот рука, мы становимся вот так вот. А, нет, это, ребята, лассо, вот такой вот. Мы его хватаем и, ну, просто кидаем вот так вот, просто его, ребята, вот так кидаем. 1900 нанес. Тоже пойдет, ребята. Есть Цешка, ребята. Цешка у нас вот такая вот. Мы берем колесико и бьем его какой-то кувалдой, не знаю, рукой, непонятно, что это такое. Думаю, вы видели. Сейчас, ребята, еще по второму разу все покажу, если вам будет что-то вдруг непонятно, чтобы убедиться. Есть Вэшка. Это, ребята, у нас этот, как его? Ульта. Давайте проверим. Нажимаем Вэшку, и она у нас дамажит. Сколько дамажит? Сколько она дамажит? 3200. Чтобы зажать ее, если вы ее зажимаете, то она дамажит намного больше. Если просто нажмете, то она сильно не дамажит, ребята. Это такой вам лайфхак, ребята. Кто не знал, друг. Так, ну и F, это, ребята, передвижение. Вот такое вот просто простое колесико. Оно вроде бы даже не дамажит. Да, оно не дамажит никого. Вот я просто могу кататься по нему. Сейчас, ребята, вот прокачусь по нему. И оно не дамажит, ребята. Ничего не делает. Давайте покажу еще раз все скиллы. Только уже без этого, без подписчика. Вот, ребята, просто рука такая надувается. Это у нас лассо вот такой вот, который хватает и ударяет. Это у нас Цешка, которая тоже берет и резко бьет такой вот кувалдой, как вы видели. Ну и Вэшка, я думаю, вы все поняли, это просто вот такая вот штучка, ребята. Так, погнали, сейчас возьму АВК-тесто, то есть уже в тесто V2, ребята, да. И посмотрим, что и да как оно дамажит, ребята. Сейчас вам все тоже покажу. Берем, идем сюда и используем все Awakening скиллы. Все, ребята, теперь мы идем сюда вот наверх, обратно, к моему подписчику. И сейчас будем, ребята, проверять дамаг, который у нас находится на тесте V2. Так, где он? Вот он. Итак, ребята, у нас есть такая вот Зешка, у нас теперь вот такая вот рука, ребята, вот такая вот, уже, ну, посерьезнее, я бы сказал, да. И дамажим. Дамажит она 1989, улетает он очень далеко, ребята. Кстати, можно активировать хаки, и дамаг будет намного, кстати, побольше, и, в принципе, тесто будет выглядеть красивее. Смотрите, ребята, есть такая штучка на X. Если мы подпрыгиваем, то мы дамажим намного больше. Смотрите, я подпрыгнул, и я ему нанес 2162. А сейчас у нас отхилится быстренько этот скилл. И смотрите, если я нанесу его с земли, не в полете, то просто я ему сношу так, ну, 2076. Кстати, точно так же. Мне кто-то говорил, что в полете дамажится посильнее. Не знаю, ребята. Итак, дальше у нас есть Цешка. Цешка у нас вот такая же. Просто вот у нас колесико вот такое, мы едем. И потом мы, ребята, его размахиваем вот так вот по всей карте и даем ему минус 1500 хп, ребята. Это уже, ребята, намного покруче штучка, чем была у первого теста, конечно же. Итак, кстати говоря, про это Цешку, про эту, да? Это колесико у вас здесь всего лишь там 5-7 секунд, не больше. Если вы ни в кого не попали, то оно просто автоматически используется, вы начинаете раскручиваться. И это лассо, которое раскручивает, оно может зацепить тех, кто находится подали от вас, кого вы еще не зацепили с самого начала. Дальше у нас Вэшка, это ульта. Она это то же самое, только она посерьезнее уже дамажит, намного посерьезнее.
3500 надамажил, 3500, при этом, ну, что-то мне кажется, у него какая-то броня есть, наверное, или что-нибудь типа такого, ребята. Ну и следующее, что у нас есть, это, ребята, F. Просто такое передвижение. Передвижение на таком огромном, серьезном пончике, ребята. И, кстати говоря, про этот пончик. По воде вы можете на нем ездить. Но если у вас V1 сеса, то вы ездить по нему не можете. Вы не можете ездить по морю, если у вас V1 пончик. А если у вас V2, то вы можете ездить и по морю, и вот так забираться на 90 угол градусов абсолютно, ребята, любую стенку. Еще, ребят, смотрите. У теста есть вот такие вот тапы. Мы можем зажать два сразу, и у нас дамажится 1500 хп. Сначала он появляется один, дает 653, второй 653. И потом мы, ребята, их уже зажимаем. Зажимаем, я сказал. И они дамажат 1500 хп, ребята. Вот так вот. Ну и так, ребята. В принципе, я показал вам все скиллы. Кому это видео было полезным, кому понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Не забудьте про колокольчик. А также напиши комментарий, что ты думаешь по поводу этого видео и теста V1 и теста V2. Какое тебе больше понравилось, рассказывай, ребят, тоже в комментариях. Ну и заходи в мой Discord сервер, там проходят конкурсы, а также подписчика я взял с моего Discord сервера. А также я там общаюсь с вами, это в чатике по войсу, там есть трейдики, много чего другого интересного. Короче, заходите, ребят, в мой Discord сервер, ссылка есть в описании. Ну а у меня, ребята, все. Всем удачи и всем пока-пока.